работа для ветеранской организации города-курорта Анапы был напряженным, как и для Анапы, и всей страны в целом, потому что мы знаем, какие события разворачивались и в ближнем зарубежье, так скажем, и в нашей стране большие изменения идут, и усилия правительства по строительству нашего государства, так бы я позволил сказать. Мне понравилось выражение президента Путина, когда он был в Краснодаре, он сказал, что мы должны Россию строить на прочном фундаменте, и этот прочный фундамент есть патриотизм. Поэтому мы непосредственно как раз занимаемся, помимо вопросов мониторинга за соблюдением законных прав и свобод лиц старшего поколения, но и патриотическим воспитанием граждан, особенно молодежи. Мы также предоставили помещение Совета ветеранов для подготовки серебряных волонтеров к поездке в Сочи на Олимпийские игры, и за что они привезли благодарности оттуда. То есть мы не зря им дали угол, где они могли готовиться, изучали английский язык и готовились к поездке в город Сочи. Я хочу сказать, что мы конец года и весь год готовились к 70-летию Великой Победы, которая будет в мае 2015 года. Поэтому мы провели корректировку всех списков лиц, которые будут награждаться юбилейной медалью 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Вот, поэтому работу мы эту уже закончили, списки представили в администрацию. И должен сказать, что начиная с января 2015 года администрация начнет вручать юбилейные медали. Пользуясь случаем, мне хотелось бы, конечно, поздравить жителей и гостей города-курорта Анапы с наступающим новым 2015 годом, годом 70-летия Великой Победы. Пожелать им мирного неба, конечно, крепкого здоровья, чтобы счастье у них было, повод улыбаться, выдержки, потому что время непростое сегодня идет, взаимопонимание окружающих, ну и, конечно, любви и счастья в новом году. С Новым годом!